Новый театральный сезон во многих театрах начался в необычном формате в связи с реконструкциями. Как идет процесс, завершение которого ждут с нетерпением и зрители, и коллективы театров? Давайте посмотрим в нашем сюжете. Для большинства образованной публики театр – это храм. Для сторонников инноваций – лаборатория. Но какой бы ни была творческая концепция, помещения и здания, в которых работают театральные площадки, должны быть современны и хорошо оснащены. В старом доме идет реконструкция, которая коснулась как внешнего облика здания, которому в этом году исполнилось уже 100 лет, так и всех коммуникаций театра. Заменены электрические сети и проведена вентиляция зрительного зала. Постоянные зрители старого дома хорошо знают, что в течение последних 15 лет вентиляции в зале не было вообще. В этом году театру выделено средства в размере 14,5 миллионов рублей на проведение частичного капитального ремонта здания театра. К полномасштабной реконструкции готовится в Театре музыкальной комедии. На данный момент завершены проектные работы. В настоящий момент сделаю проект реконструкции, проект большого и малого зала, проект очень интересный, неожиданный, зачастую очень современный, но этот проект требует прохождения еще экспертизы. А в Театре «Глобус» изменения коснулись всей системы механизации большой сцены. С помощью сенсорных пультов теперь можно запрограммировать оборудование специально для каждого спектакля. Это наша разработка. То есть мы всю механику мы оставили прежнюю, а всю систему управления мы с нуля заново разработали.